Здравствуйте. Сегодня 20 сентября 2020 года, 11 часов дня. Наконец-то у нас воздух стал менее дымный, хотя в выходные немножко ухудшится качество воздуха. Сейчас я буду готовить еду на будущее. Значит, что тут у меня? Это вот фарш из индейки. Я пару луковиц сначала пассирую. Это вот треска. А это печенка говяжья, $2.99 фунт стоит. Как раз сегодня 20 число, и до 20 ее желательно приготовить. Вот. Ну, я во время готовки слушаю, смотрю блогеров, это значит новости сверхдержавы, реальная журналистика, Сотник ТВ. По средам слушаю Невзоровские среды, его программу также Наповал. В субботу Ларису Латынину слушаю. Ну и других. Я также новости читаю на Google на русском, на английском. Вот такие дела.